чем не взять такую песню? И о любви, о судьбе. Да чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. Да чтоб никто не догадался, да чтоб никто не догадался, что это песня тебе, что это песня тебе, чтоб песня по свету летела. Совсем недавно, осенью, известная русская поэтесса Маргарита Агашина передала в Волгоградский областной архив свои рукописи, письма, черновики. Теперь поэтесса именуется держателем личного архива за номером таким-то. А это значит, что все представленные ею экспонаты будут храниться здесь вечно. А для всех нас Маргарита Константиновна давно стала свечой волгоградской поэзии. И поэтому мы были рады запечатлеть мгновение, когда наша замечательная землячка зажгла свечу во время торжественной церемонии передачи личного архива. «Пусть горит свеча, звучит песня, говорит душа». Далекого села от этой песни замирая, девчонка милого ждала от этой песни замирая, от этой песни замирая, девчонка милая. Закончилась вчерашняя встреча Маргариты Константиновны Агашиной в областном архиве. А сегодня она пригласила нас к себе домой. Вот в этот новый дом, в который она въехала совсем недавно, как почетный гражданин города Волгограда. Итак, сегодня мы в гостях у Маргариты Агашиной. Маргарита Константиновна, а где мне взять такую песню? Где эта песня? Главная. Таня, вот когда все это вот разбиралось, смотрелось, и все еще не разобрано, мне попалась одна какая-то бумага, на которой было написано, что самое главное, чтобы это потом понравилось людям. Чтобы это было как-то близко людям. Ну, все равно это я сказала, но, наверное, не это главное. Это песня, всех моих песен, самая простая. Я говорю о словах. Самая простая. По сути, ну, у каждого бывает такая. Пускай даже женщина очень счастлива дома, в семье, с детьми, у нее золотой муж, все прекрасно. Но все равно бывает такой момент, когда слышит какую-то песню,
И хочется, чтобы никто не знал, чья это песня и для чего она, и для кого она. Когда я ехала из гостиницы на телевидение центральное, со мной жили еще две женщины. Кишиневские, они были из дома моделей. Так что они понимали, что к чему в смысле нарядов. И они сказали, покажите ваши туалеты. Ну, они запарковали сразу все мои туалеты. Так грустно сказали, у вас хоть есть белая кофта? У меня была белая кофта. Они не стали на нее смотреть. Сказали, пойдете в белой кофте. И запомните, белая кофта – это всегда нарядно. Ну, я не думала, что это самое главное для песни, но все-таки, конечно, надела белую кофту. Но в редакции музыкальной, когда я вошла, там такая хорошая была надпись «Русская советская песня». Я вошла в эту песню, сидят милые-милые женщины, много столиков и много женщин. И все улыбаются. И все перестали улыбаться сразу. Говорят, зачем вы надели белую кофту? Я им сказала, как сказали мне те две модельерши. Белая кофта – это всегда нарядно. Они мне отвечают, белая кофта, конечно, всегда нарядна, но мы заказали белую стенку, у Воронец белое платье, оно жемчугом шито, его не переоденешь. В общем, я говорю, ну что делать, давайте делать что-то будем. Ну, они сняли с какой-то женщины, не с какой-то, а с милой-милой редакторши Белла Анякина. Белочка сняла свою красную вязаную кофту, надели на мою белую, и так пошла передача. Вот тогда я и написала, когда поздравляла эту Белочку, 8 марта я послала ей открытку, так было написано, где мне взять такую кофту, чтобы в этой кофте я не я, и чтобы никто не догадался, что эта кофта не моя. Вот эта история, про эту песню у меня больше никакой истории нет. А с Ольгой Борисовной Воронец у вас связано, конечно, много светлых минут. Да мы с ней встречались вообще-то очень немного. Мы раза два с ней встречались. Она очень общительный человек, в отличие от меня, Таня, я еще. Мне, чтобы поговорить с человеком, нужно знать его очень. Чтобы он обо мне все знал, и чтобы я о нем кое-что хотя бы знала. Это я не на вас намекаю. Вообще. Ну, спасибо вам, что вы согласились вообще с нами поговорить. Вот. Ольга Борисовна, ну, милый человек. Хорошо знать, что ее знают, что ее любят, что ее выступления ждут. Вот так, по-моему. Ну, о чем мы с ней говорили? Да ничего, мы сидели, пили чай у нашей дорогой редакторши. И все было хорошо. Маргарита Константиновна, вот вчера состоялось это событие, где ваш архив очень богатый и такой по-человечески теплый архив, ваши письма, ваши рукописи, какие-то вообще милые вещицы, все это пошло теперь на хранение, и, можно сказать, на хранение времени. Ушло в 21 век. По-моему, это очень хорошо. Да, это замечательно. Да, мы счастливы просто, да? Мы счастливы, что вы нас сегодня принимаете, нашу программу у себя. Потому что каждое ваше появление на экране – это для города праздник. И вот я совершенно бросила взгляд на письмо, которое вот лежит сверху. Вот столько, вы только въехали в эту квартиру, прекрасно вообще такой какой-то милый совершенно беспорядочный порядок. Мягко говоря. Да, да. И вот, дорогая Рита, наконец-то я села за письмо, вернее, за письма долги. Но ты долг самый горячий, самый трепетный. Это Тамара Жермунская, наша прекрасная поэтесса. Вот, может быть, мы сегодня повспоминаем о тех прекрасных, милых людях, которые вместе с вами шли по вашей жизни, которым вам помогали, которым вы помогали. Таня, Тамара Жермунская, все-таки я так гораздо моложе, чем я. Как она возникла в моей жизни? Ну, нет, вернее, как я возникла в ее жизни. В каком-то, по-моему, ну, в 50-каком-то году был в Москве в Союзе писателей семинар поэтов, живущих в городах России. Не России, а Советского Союза. Там были разные поэты. Вот я была в этом семинаре. И обсуждали каждого, кому-то попало, кого-то ругали. Меня не ругали и не попало, но был такой хороший разговор. А в углу сидели какие-то две девочки и слушали все время это время. А потом Тамара мне сказала, что вот тогда мы побежали с одной подружкой слушать тебя. Ну вот и все, что там говорил Светлов. А Светлов, я помню, что он мне сказал. Я читала разные стихи. У меня есть такое стихотворение, несколько стихотворений таких о женщинах. Вот актриса была тогда, была Варя, был Юрка,
Ну, и что-то было еще. И он мне говорит: Агашина, вы пишите всегда Варю. Не пишите актрису. Чтобы написали о том, что актриса, от нее, у нее дорогие духи, и она гуляет с собачкой. Вы напишите о том, что она мало получает денег, что ей трудно живется. А вы пишите всегда не актрису, а Варю. Пишите Юрку. Я буду нежно вас любить, подавать вам пальто. В общем, как умел говорить Светлов, он все это сказал. Я все это забыла сразу бы, если бы не Тамара. А Тамара все помнит всегда. Она потом мне это рассказывала. А это письмо она написала после того, как они приезжали ко мне сюда, когда мне было 50 лет. Годы, как ласточки, мчатся. Что впереди? Не боюсь. С кем только, милый, прощаться в час, когда я соберусь. Выйду ли к Волге с рассветом, ночь ли в окне простою. Милый мой, только об этом думаю думу свою. Милый мой, выросли дети, поумирала родня. Был ты, мой милый, на свете только один для меня. Все, что нам выпало в жизни, счастье свое и мое, не пожалел ли отчизны, все ты отдал за нее. Годы пускай себе мчатся, старость не радость, а груз. С кем мне, мой милый, прощаться в час, когда я соберусь? Будет ли песня, не знаю. Даже строчка в тот размер получилась. Я хотела только сказать. Ладно, Таня. Может быть, это начало стихотворения, действительно? Не знаю. Будет ли песня, не знаю. Будет ли песня, не знаю. Нет, ты пока читаешь, думаю, что что-то можно убрать оттуда, выкинуть половину, и будет совсем лучше. Я думаю, что песня будет. Так же, как получилось. Я очень хочу. Женщины многие, знакомые женщины, читают, и не очень знакомые, говорят, что очень похоже на песню. А вот эта песня, Маргарита Константиновна, как она родилась? Ты тоже родился в России, в краю полевом и лесном. У нас в каждой песне березка, березка под каждым окном. На каждой весенней полянке веселый ее хоровод. Но есть в Волгограде березка, посмотришь и сердце замрет. Истории связаны с этой песней. Но то, что эта березка растет на мамаевом кургане, это я много раз писала и говорила. Эти деревья сажали в 20-ю годовщину, по-моему, Победы весной на мамаевом кургане люди. Выступила Лидия Степановна Пластикова по телевидению. Сказала: приезжайте, будем сажать деревья, кто у кого погиб. Вот приехал старый рабочий с Красного Октября Федор Иванович Черкунов. Четыре его брата погибли на войне. Четыре брата, Таня. Он посадил березку. И люди сажали рядом деревья.
Эта березка жива до сих пор, и каждый год 9 мая я и все живые, и внуки, и правнуки Рыгуновых, и незнакомые люди собираемся у этой березки. Но об одном письме я хотела бы, если успею, рассказать. Жаль, что нет его под рукой. Вы помните. Это написал мне какой-то человек, который даже не мне. Я не помню, как ко мне попало это письмо. Пишет человек, который работает экскурсоводом по городу Волгограду, возит, так вот, сопровождает туристов, приезжает поезд или теплоход, он ведет их по городу и рассказывает им об этой песне. И вот одно, он вел экскурсию на курган, и кто-то его спросил, а где здесь волгоградская березка, про которую песня? А экскурсовод, говорит, очень интеллигентный человек, его зовут Александр, все это есть у меня в письме, нету сейчас под рукой. Этот интеллигент Александр ему ответил, а это все выдумки поэтов, этой березки не было и нет. Вот этому Александру я, ну, не знаю, как я должна ответить. Вот свойство поэзии, которое сразу становится песней. Вот такие песни, стихи писал Исаковский, которые сразу становились именно народными песнями. Такие стихи написали вы. И, может быть, еще напишете? Может быть, Таня. Но Исаковский, вы заметили, вот у него песни. Песни всегда о том, когда человеку или очень хорошо, или очень плохо, очень трудно. Вот такие у него песни. Вот такие песни, я знаю его, такие песни люди поют. Напишу ли я? Не знаю. А вот у вас как раз письмо по поводу вдови песни. Давайте про это письмо поговорим. Вдовьи песни. Ну, когда я ее писала, я как раз не думала о себе. Просто таких женщин вот с такой судьбой из этой песни, по-моему, у нас каждая, ну, если не вторая, то каждая четвертая женщина наверняка. Потому что прошла война, потому что прошли годы, потому что судьбы бывают разные. Я хочу послать, все время хочу послать эти стихи какому-то композитору. Ну, какому? Если раньше я знала, что только один композитор, которому я пошлю, это был Пономаренко. Правда, еще был Радыгин на Урале. Это были два таких композитора. С Радыгиным я никогда не была связана. А Пономаренко жил у нас. Не знаю, может, я пошлю эту песню, знаете, кому? За Волокину. Я хотела сказать, Пахмутовой. Как у вас отношения с Пахмутовой? С Александром Николаевной у нас такие очень далекие, вежливые, снисходительные, по-моему, отношения. Она снисходительна, а я все прощаю этому человеку. Мне кажется, что она как-то, ну, к чему-то она ее не устраиваю я, наверное, как-то вот. Ну, по какому-то творчеству, видимо. Несколько раз, когда они сидят рядом, он ей говорит, Аля, ну скажи, что ты хочешь. Она молчит, и я молчу. Не знаю, чего Аля хочет. Не может быть, чтобы два таких мастера не встретились в творчестве, а в это как-то... Почему? Нет, я не знаю, Таня. Я ее боюсь. Но ведь она наша, сталинградская. Да, наверное, просто я ее не знаю. А так просто взять конверт. Или там большую сделать бандероль отослать? Нет, а потом... Нет, ну не знаю, можно, конечно, так сделать. Не корю, в тепле замерзаю.
Я сейчас сижу, делаю большой материал для журнала «Отчий край» с моим вот ближним юбилеем, и нужна была статья обо мне. Мне сказали, вот пишите ее вы. Я, конечно, как писать о себе самой? И я им придумала такой вариант. Я не буду писать о себе. У меня есть несколько стихотворений, которые я писала к очередному юбилею на какого-то нашего товарища. Колесникова, Леднева, Дорошина, кого-то еще. Вот такие стихи. Есть стихи, посвященные Сухову. Вот эти стихи я собираю, к каждому стихотворению пишу вот эту маленькую историю об этом человеке, такую юбилейную. Вот такой будет материал. Петр Сухов. Это был прекрасный поэт, очень сложный человек, бунтующий вечно человек. Но стихи... Я писала однажды, он попал в такую... какое-то тяжелое было у него очень время, ему было очень трудно. И он позвонил мне по телефону и рассказал, что произошло. Я тогда написала вот это стихотворение только. Не потому, что я за все в ответе, не от того, что я всегда права, но все, что не случается на свете, на свой аршин я меряю сперва. И я не испугаюсь и не спрячусь, и я не из героев, а не трус, и я с неправды досыта наплачусь, но все равно до правды доберусь. И я, как ты, крута и своевольна, умру, не отступлюсь от своего. Но кто бы ведал, как бывает больно, когда ты прав, а рядом никого. Когда тебе больней и тяжелее, и подступает быть или не быть, я каждый раз тоскую и жалею, что не тебя мне выпало любить. Что о тебе печалясь и страдая, и наряжая в белые сады, не женщина, а песня молодая опять тебя уводит от беды. Ах, как тебе тогда легко бывает с нею, и как она печальна и нежна, но знаешь ты, она другим нужнее, и выпускаешь песню из окна. Так нам ли плакать, что идет по свету единственная милая твоя? Пусть кто-то злой сказал, что у поэтов из глаз не слезы, строчки в два ручья. Уж коли так, то пусть горькие долги берут исток у этих грустных глаз. Не два ручья, две будущие Волги вдоль щек твоих бегущие сейчас. Я выдумала, знаю, строчки эти, и ты не плакал, знаю, не права. Не обижайся, просто все на свете, на свой аршин я меряю сперва. Вот такие были стихи. Вот что сейчас, вот это новое время, которое пришло нежданно, негадно на нашу землю, и что оно сулит нам, и как выбираться, и надо ли? Вот что думает об этом поэт Агашина? Нет, Таня, это слишком серьезный разговор, наверное. Я об этом думаю очень тяжело. И не вижу пока... Я всегда думаю, что у нас хорошие люди. Им сейчас очень трудно. Но все-таки будет же, наверное, как-то полегче. Люди меняются, конечно, Таня. Конечно, меняются поколения. Но что-то святое же должно остаться в людях. Он должен, каждый человек, живущий здесь, любить эту землю, любить прошлое, каким бы оно ни было. Оно было ведь прекрасным. Абсолютно. Прекрасным было наше прошлое. Я вспоминаю свои годы. Мне никогда не жилось легко, но все равно жилось прекрасно. Счастливые мои родители, которые тоже никогда не жили легко, и всю жизнь они были счастливы. Я знаю, есть одно письмо, где написано «Хранить вечно». Что это за письмо? Вот это вот. Да, да, да. Что это за письмо? Написано «Хранить». А в письме очень интересное письмо. Вот такая вот. Видите, заголовочек. «Волжская правда». Это город Волжский. «Дорогая Маргарита Константиновна, поздравляю.
События, факты, комментарии. Вот какое событие. Маргарита Агашина, недавно имя первого лауреата ежегодной премии Союза Сталинград, учрежденное решением там кого-то, первым обладателем этого приза стала этой премии, стала Агашина Маргарита Константиновна. Вот такое событие. Как вы относитесь к этому факту, что вы первый лауреат этой прекрасной премии? Ну, во-первых, я не одна была в этом списке, нас было четверо, трое москвичей и я. Я рада, что это ежегодная премия, что на следующий год в этом списке уже было двое наших, а не два москвича. И так будет, видимо, с каждым годом. В этом году, наверное, будет трое наших и один кто-то. Я всегда хочу, чтобы нашим было... Чтобы наши – это наши. Я люблю наших людей, пускай сейчас другое поколение. И не всех я люблю, и не всех одинаково. Но я люблю свой коллектив, свою организацию, свой союз писателей. И вас. Спаси Господи. Что такое поэзия? Вот наша русская, советская, нынешняя поэзия. Всех периодов вообще. Что такое русская поэзия, вот наша? Вот, Аня, такой вопрос. Все, что мы пишем, все, как мы живем, это наша поэзия, Таня. Все наше страшное, все наше прекрасное. Это все есть в стихах. Все. Я уверена, про время, которое сейчас у нас тянется, и скорее бы протянулось как-то немножко иначе, тоже будут стихи. И об этом. Серьезные. Поэтов много. Но в России кто только не пишет стихи, по-моему. Все пишут. Очень много хороших, серьезных поэтов. Я не могу ответить на вопрос, что такое поэзия. Это не только отдушина, это чья-то жизнь у кого-то, у какого-то большого поэта. Вся его жизнь. Но у меня поэзия, у меня... Это мои книжки, которых не так уж много, не так они велики. Это мои песни. Вот говорят, что важно остаться в жизни, чтобы тебя помнили. Я сегодня думала и говорила уже, что пройдет пускай 100 лет, пускай 200 лет. Забудется, конечно, имя мое. Но где-то кто-то через 100, через 200 лет пойдет человек по улице, особенно вечером, и запоет, а где мне взять такую песню, с которой вы начали? Запою. Вот я свято верю, что это будет. Не сомневаюсь. Так это не самоуверенно, вот не потому, что ее уже знают люди. Где мне взять такую песню и о любви, о судьбе? Да чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. Да чтоб никто свет улетела, кого-то за сердце взяла, кого-то в рощу заманила.